Патриотическое мероприятие, приурочено к 79-летию Великой Отечественной войны, состоялось в Центральной библиотеке имени Фазуалиевой. Организаторами выступили женский клуб, проект движения Матери России и библиотечной системы города и учебные заведения Касписка, педагогические и энергетические колледжи. Как отметили присутствующие, счастливая семья – это счастливые дети. Долг каждого из нас – помнить об этих общероссийских ценностях, уважать старших, хранить в памяти подвиги наших предков и историю нашей великой державы. Родине всегда вдохновляет нас на мужество. Мужество и честь приводят к славе. Эти понятия, которые определяют нас как государство, определяют нас как личности. И мне очень приятно, что на нашей площадке проходит много мероприятий патриотической направленности. И я думаю, что все те, кто присутствует сегодня на наших мероприятиях, наше молодое поколение, будут именно те, на кого мы будем в будущем равняться. В рамках мероприятия для присутствующих состоялась интеллектуальная тематическая викторина, разбитая на несколько этапов. Основные даты Великой Отечественной войны, ее герои и книги. Между раундами для участников организаторы подготовили различные интерактивные и творческие номера. Отметим, что мероприятие стало площадкой для живого общения между студентами, будущими защитниками Отечества, участниками боевых действий в Афганистане, на Украине, женами военнослужащих и старшим поколением. Отметим, что спонсором призового фонда выступил директор энергетического колледжа Закир Алиханов. По итогам викторины лучшей стала команда с девизом «Ни шагу назад». Завершилось мероприятие чаепитием и вручением памятных подарков.